Инновации в управлении. Самара в эти дни принимает российский форум «Digital Transformation». Опытом применения новых технологий в развитии продвижения бизнеса обмениваются более 300 топ-менеджеров, специалистов в сфере маркетинга и IT. О том, почему прогрессивные предприниматели уже не представляют свое дело без цифровизации, расскажет Анастасия Зубарева. Повысить эффективность предприятий и сотрудников, снизить издержки, увеличить прибыль, организовать работу коллектива интересно. Такие задачи стоят перед современным предпринимателем. Справиться с ними помогает диджитал. И если раньше руководители бизнеса предпочитали отдавать организацию IT-работы на предприятии исключительно профильным специалистам, то теперь им самим не обойтись без навыков в информационных технологиях. Сейчас цифровизация является одним из национальных проектов Российской Федерации, поскольку это обеспечивает не только конкурентоспособность предприятия, органов власти, регионов, но и страны в целом на глобальных рынках. Именно поэтому обсуждение этих вопросов, поиск лучших практик, поиск лучших бизнес-моделей, внедрение цифровых технологий, построение современных цепочек логистических – это очень важная задача. У нас губернатор Дмитрий Чазаров очень активно интересуется, поддерживает, развивает это направление здесь, в регионе. Нам есть чем похвалиться. Уровень самарского бизнеса высоко оценивают федеральные эксперты. Не случайно именно областная столица стала одним из двух городов, где в этом году проходит российский управленческий форум. Самарский бизнес очень достойный, высокий уровень автоматизации у многих компаний, но это в основном касается производства и крупного бизнеса. Средний бизнес, он, как и во всей России, можем брать любой город, это Уфа, Воронеж, Казань, очень разный. Как говорят, что вот очень сильное расслоение у людей, да, очень там бедный, очень богатый. То же самое можно применить к IT-сфере именно в бизнесе. На IT надейся, а сам не плашай. В любой работе диджитал лишь дает инструменты. Делать ставку только на информационные технологии рискованно. Современные технологии сильно усложняют решение каких бы то ни было проблем, потому что люди всем больше перестают думать. И все больше начинают полагаться на те инструменты, которые оказываются сегодня легко доступными и создают иллюзию легкости и доступности решения любых проблем, что совершенно не так. Выход – научиться правильно и эффективно использовать современные инструменты IT-индустрии. Как это делать, управленцы и специалисты в сфере высоких технологий будут обсуждать в Самаре 2 дня. Затем форум направится в Уфу. Анастасия Зубарева, Сергей Павлов. Новости губернии.